Огнестрельное оружие в неловких руках может стать причиной неприятных последствий. Поэтому в МВД к сдаче условного ружья или пистолета подходят с полным контролем. Это и наличие сейфа, различные справки и медицинские заключения. С 2023 года появились некоторые изменения. Увеличен возраст с 18 до 23 лет, дающий право на приобретение оружия. Добавились ограничения получения лицензии на оружие для судимых. Изменен порядок уведомления об утерянном и похищенном оружии. Также ужесточилась ответственность за нарушение. Кроме того, получить оружие больше не смогут подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления. Однако, если кто-то станет владельцем оружия не по своей воле, нашел или досталось по наследству, то его можно сдать в полицию за вознаграждение. Добровольно сданное оружие гражданами направляется на экспертизу. Экспертиза устанавливает пригодность оружия к стрельбе. И после экспертизы гражданин получает сумму от 3 до 10 тысяч рублей. Всего же на руках у жителей Бурятии находится более 40 тысяч единиц огнестрельного оружия. К слову, мобилизованные граждане могут сдать оружие на хранение бесплатно на время их отсутствия. Руслан Хороших, Баир Цыдыпов, Алексей Ромашов. Новости дня.